Так, сегодня день сказали, вторник. Какое число, не сказал никто. 30-е я тебе сказал. 30-е, да? Это будет видео дня. Вот, значит. Все эти слова гадаем. Да. Сегодня все тихие какие-то, такое у вас умственное. Да, да, да. Поем на Становое, снимать паки. Паки с резинками, крючками и наживкой. Ни за что! Сегодня Борн маленький, да? Сегодня посмотрим. А? Борн? Наверное. Ты часто? Нет, у меня сейчас стоит этот Касадака. Не понимаю, так и Борн, или Райдин. А я не читал. Я не грамотный. Вот, с Божьей помощью идем к лодкам. День сегодня просто день-день. Солнечный, солнечный. Решили сегодня просто кидать спиннинги, удочки сейчас вернем. Ну, а завтра уже речка. Господи, слава Богу, на речку хоть. Во, запах леса. Да. Раньше по ней хоть до речки ходили, до ручья. Вагульничек, вагульничек. Первая рогатка. Тишина. Меньше чистить, да? А, все равно будет. Надо подкачать. Что так обдувает? Живее, живее всех живых. Потому что такая мелочь-то не нужна. Мы отпускаем, да? Раз он выжил. Здесь нет никого.
тут солнце, там тень. Тут снова солнце. Ух ты, а тут этот трубадур. Что, пишешь, что ли? Туда. С ума сошел, что ли? Я отправлю это на голос. Даже не распелся еще так. Сегодня у меня 32 гига. Отправлено на час небольшим. У меня с собой есть, конечно, еще память. Я при памяти. Тукан размотан. Подводи тогда. Как ты видишь, что как стоит? Виталька, молодец. Общукился. Да. GoPro стоп видео. Ловём прошли уже сколько? 5-6 рогаток. Взяли только одну щучку, одну Виталию вытащили. Андрюша говорит, что похоже, просто жор кончился. Наживка висит побитая, но, как правило, не съеденная. Но мы просто отдыхаем. Мы просто отдыхаем. Рыба отдыхает, и мы отдыхаем. Вот, вот, смотрите, Миша пугает нашу фауну. Это андердог называется. Даже у воблера глаза. Он такой, да, щуку увидел и побежал. Ты далеко от берега забрасывал-то так-то? Так, скажем. Нет, я спустил вот как раз забрасывал туда, вот от берега. Там, так оно и есть на этом озере. Но она, ее чаще можно, вон, Андрюха тогда с берега ее нахватывал. С одного места 6 штук. Вот, щук? Да. Это шутка. Да. А вот мы подплывем к тому месту, я там на удочку в это время ловил. Вот от начала от окушков, сорожку, красноперку в это же время ловил, а он щук таскал. Ну, у нас был один спиннинг на двоих. Странно тут.
уволить его к чертовой матери. Пусть говорят, что не клюет. Может быть. Там где-то коробочка, достань, пожалуйста. Коробочки? Ну, она в этом, в этом банке. Банка это вообще? Да, ну, чтобы не потерять. Когда мы тут воссоединялись с товарищами, эти весом так пум. Оп, хорошо. И здесь ничего. Тут окунь. Дохлый. Не знаю. Че он так долго не прожил? А, нет, это красноперка тоже. Потому что она вообще очень быстро умирает. И вот мы перешли на спиннинговую охоту. Три ствола. Красивое место, красивое. Вопросов ее. Опа! На запись. Такого, то есть, мы не будем отпускать. Есть. Видели, я окушка взял. Только камеру включил, и он тут такой, опа, давай я буду сниматься. Обглодан и отпущен. Окушок. Ну что ты разлеталась тут? Всю рыбу там распугала. Тут просто мелко. Так. Наверное, что... Ну, вам не кажется, что она туда вообще на берег ушла? Сейчас мы ее... Утащили ее на берег. Лучше подпрыгнуть нам туда. Опаньки. Взял. Че, нет никого? Есть, я вдруг взял. Ну вот.
Ну вот, и закон Павыча. Сработал. Духой, да? Духой. Похоже, да. Под грибай к ним. Много ли для счастья надо? Много. А, сдохло уже, да. GoPro Stop Video. GoPro Stop Video. Главное, ребята, законы соблюдать вовремя. За щуку стаканчик подымать. Сколько мы же должны уже законов нарушить? Все больше и больше у нас рыбы. Пора уже. Это далеко нужно? Вот на этой крышечке и порежь. Да, вообще замечательно. Хорошо, когда вот такой вот этап проходишь, когда ты знаешь, что еще есть не хуже этап. В смысле, не хуже, не лучше, а другой этап. Сравнивать нельзя. Все по-разному. Я, Миша же ставит ее, да? Сейчас нет. Ты это? Офиг. Все, мужчина. Как бы там ни было, а чего-то вытащили сегодня, Виталий. А вы все вытащили по одному? Я окуня-то вытащил. Да, окунь-по. Два раза, щучку. Пока одного, по-моему. Там должна быть щука. Там. Пиши за нас, Боба. Либо мы фанги даст, ну, приехали, когда уже заканчивалось, да, наверное, уже? А ты щуку-то чистил, как она там? Голодная, пустая. В одной, по-моему, это было. Не, там что такое? А кто съел два кусочка? Ты на кепке был еще? В коробке. Ну, да, наверное, вот так и мысли, да? Да ладно. Откусь. Жрися, да? На тебе. Я думаю, так водочкой 100 грамм. Бутерброд. Канапе. Я, говорит, не огурцы спасаю. Там, кстати, внизу еще есть эти самые родные огурцы вон. А, они нормально, они духу дают. Там просто нет. Так мало? Вам сколько не пили? Нормальный самогон. Да он сладкий, блин, они на меня вчера это... Ну не зашло все. А, ну понял, ты чувствуешь этот сахар. Ладно, давай. Ну что, переходим на сахар? Давайте. А на озеро мы его и не берем. На речке он актуален будет, потому что нужно будет с собой газовую горелку взять. А речка он актуальнее, потому что сахар он привез. Да, да. Ему в полу не так подключаться. Я совершенно согласен. Я хочу, чтобы Виталик рыбу ловил. Как это, как зону вообще? Мне с одной стороны смотри, сейчас... Вроде бы не помешал бы, воблера своих повернул, с другой стороны, куда я? Все, идем уже пошли. Ну идем. Нормально. Завари. Нормально же, общаемся, не, чувствуешь? Я даже висел так специально, чтобы... То, что нужно вообще. Бывает такое, что вот пиво. Мы с Саньком снимаем друг друга сейчас на самом деле, так вот. Сейчас вот у тебя точка съемки, подожди, ты на меня смотри.
снимаешь его, блядь. Это будет зафиксировано. Она у тебя вот на грани козырька. Снимай вот все, что ниже козырька. Все, кидайте его в бобера, блядь. А, Андрюха, все равно на рыбалке. Конечно. Ну ладно, хорошо. Все хорошо. Там это рыщучий край. Бросайте, ребята. Окуня нет. Выхода щуки нет. Правильно, выхода щуки нет. Правильно поет. Чердёк. Миша, нужен подсачек. Нужен. Бригада, блин, с пьёвым подсаком. Ну что делаешь ты, Миша? Ну в морду и дал, что я делаю? Бригада сработала. Закон Павыча сработал, да. Как не смешно. Да, но он работает. Ну так. GoPro 150. Вот это мы. Вот это Павыч. Оп, запрыгнула такая и все. Тем Павычем Павыч. Она запрыгнула просто и... На самом деле мы тут за 2 минуты до 2000 подъем. Кто там про 5 штук-то говорил? Ты, блин, пророк. Я пока выключать не буду камеру. Ничего не говори, хрен его знает. Обкидаю все сусы. Ну вот в моменте Саня надо будет хорошо смонтировать. То есть с двух камер мы два раза тут. Ты не смазал уключенное. Да. А он сидел вот так вот, улыбался. Я уже обрадовался, думал, поклевка. Это шпаклевка. Так, еще пару грибков. И мы у цели. Ой, это плохо. У меня вообще все ножки. Тут что-то кто-то грыз. Какой-то спиногрыз. А, нет, ну да, смотри. Как ты жестоко ее так порвала. Порвал кто-то ее жестоко. Ну, порвали. Солнце выходит, солнце заходит, щук не выходит, никто не выходит. Ни окунь, ни щука. Все, заканчивается рыбалка на Становом.
До свидания, озеро. До следующей встречи. Да? Да. До свидания, лето. До свидания. Весна. Чаёк. У Станового последний чаёк. Местный. Местный. В этот заезд. В этот. В мае. Майский чай. Голова болеть не будет. У меня. Головка болеть не будет. Утром, да. Я говорил тебе, не пей чай майский, не пей. Андрюха, куда курточку? Она вылезает, вылезает. Я вообще поеду тихонечко. Вот, ты что? Догадки. Вот и все. Андрюха, компрессор туда? Спасибо, Становое. Это я, извиняюсь, да, извиняюсь. Отъезжаем. Поедем сейчас дорогу какую-то прорубать. Дорога жизни. К мосту, к какому-то мосту. Дойдем? Куда? К Верховскому мосту. Да. Потому что такие мы ленивые жопы. На себе мы лодки переть не хотим. Поэтому сейчас все сделаем. На самом деле нам просто удобнее оттуда будет завтра стартовать. Ну и времени еще позволяет. Хорошо вот так вот. Ладно, все, пока. GoPro стоп видео. Я смог сказать абсолютно все нашему народу и всей планете.